200. 200. Где живой? Тихо, спокойно, спокойно, братанчик. Так, набираешь ищи этот обезбол. Это был обезбол. Да, Мариуполь очень сыграл большую роль в том, чем я сейчас занимаюсь. Если бы я, например, не был бы в Мариуполе, то я думаю, я бы и не пошел бы сейчас в Госпитальеры. Ну, как сказать, ну, скажу откровенно, не хватило бы смелости. Ну, на кону человеческая жизнь чья-то, который требует помощи медицинской, и мы должны были туда ехать, так как это наша работа, это наша обязанность, и, во-вторых, больше некому было. Ну, просто как будто вернуться в какой-то каменный век. Продовольствие. Если сравнивать, какие мы были до войны в Мариуполе, какие сейчас стали, ну, полностью все меняет. Вот сейчас у меня внутри такая цель. Я хочу быть в Госпитальерах до того момента, пока мы не победим. Вот сколько, насколько это возможно, насколько это и будет. И еще я хочу вот просто, так сказать, чтобы у меня внутри все успокоилось, это когда я просто зайду в Мариуполь, и там будет висеть украинский флаг. А, ты просто идешь. Ну, зафоткайся. С самого первого курса, так сказать, пошел работать. Да, блядь, супер, да?